Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. С тех пор, как мы сняли последнее видео про салат фризе, прошло где-то 3 недели. Вот у нас он вырос очень густой и красивый. Мы решили его попробовать отбелить и покушать наш урожай. И вот вы можете увидеть, что салат действительно отбелился. Мы накрыли его ванночкой детской. Вот он стал белый. И по описаниям из него должна была пропасть горечь. Салат отбеливался неделю или даже чуть больше. Вот он стал таким белым, и сейчас мы попробуем, что у нас получилось. На самом деле, мы уже попробовали. Он вообще не стал вкусным, он очень-очень горький. Просто вообще есть невозможно. Я не знаю, как его нужно отбелить. То есть я знаю, но это не работает. Ой, блин. Короче, хорошо, что у нас есть кому этот салат скормить. У нас есть дома эти улитки африканские в аквариуме. Они его едят, видимо, они не чувствуют горечь. Поэтому, в принципе, я не рекомендую выращивать салат фризе. Как бы, ну, мы попробовали ради эксперимента. В следующем году посадим другой сорт. Вот. Спасибо за просмотр. Вы смотрели канал 12 соток. Ставьте лайки, не выращивайте салат фризе и подписывайтесь на канал.